Над автоматом что-то похоже на азбуку Морзе. Кстати, да. Точка, тире, тире, точка, точка, тире. А почему разные длины? Это же, это влияет на что-то, нет? Ну-ка, чуваки, переведите это. An easy way to beat Jimmy is to dig up the magnet and put it beside the arcade machine, which will prevent Jimmy from the being able to control. Понятно. Магнит нужен. Ну, это, ну я бы 100% до этого не догадался. 100%. Что именно магнит нужно сюда. Но это нереально догадаться, опять же. Я бы 100% до этого. Может, кто-нибудь, конечно, и догадался бы. Но я бы нет. Еду надо купить, да, кстати. Там дед ушел, не ушел? Ушел дед. Ням-ням. А магнит, мы вообще можем магнит-то сейчас хоть получить? Или не можем? Мы же его выкапывали уже. Кого? Еще одна маска? Они, походу, рандомно все-таки спаунятся, эти вещи-то. Походу, чуваки, рандомно. Нужно магнит выкопать, значит. А, X, Маку, камбак, клавиш. Что вообще? Ты про что говоришь? По азбуке Морзе. О, магнит, вот он. Все, мы уже выкопали магнит. Ну, давайте попробуем вести АХ-мак, конечно, но хз. Там такие кнопки даже не нажимаются, по-моему. Кнопка М просто открывает карту здесь. Давайте прям вот. А, Х, Ма, О. Она прям здесь открывает карту. Да не, это бред какой-то. А Х, Ма, это точно не то. Так, магнит. Блять, серьезно, чувак. Хотя, может, это хорошо, что он ушел. Так, ну женщину, кстати, не стоит пока убивать, нам еда может понадобиться. Женщину одну из последних стоит убить, да? Сейчас можно попробовать убить вот этого чела. Пойдем его попробуем убить. Мужика того можно, да. Патриков у нас, кстати, сколько сейчас? 5. А почему 5? 5 это максимальное, что ли? А нет, я, по-моему, один тратил, Патрик. Это Иван, да? Помнишь Рут? Милая старушка, она была моим единственным другом. Я отомщу за нее. Бля, Пиппи Хэнс, чувак, но, к сожалению, ты не отомстишь, сори.
Ну, это, конечно, очень грустная история. Очень грустная история. И музыка клоунская такая, типа. Убил тирана с одной тыки. Так, теперь пошли к мужику тому. Чё? А почему у него... Это баг или что? Почему здесь бабочки опять летают? Так, сори, чел. Далеко убежал, а? Никто не уйдет от меня, весь город, черт побери, будет страдать. Дог смотрит. Дога не будем убивать, наверное, все же. Дог все-таки не человек, что он сидит и делает гав. Попробую быстро нажать Q, потом W. То есть вы хотите сказать, что магнит... Ну давайте попробуем... Окей, давайте сейчас попробуем. В следующий раз придет этот чел. Я сейчас уберу магнит. Поставим пока что здесь магнит, поставим. Попробуем, если реально дэш работает, можно и честным способом его наказать. А то вдруг он еще типа скажет, что типа, да, ты зачитерил, и все такое. А если мы его накажем прямо? Так, кто у нас остался из людей? Вот этого чела надо убить, наверное. Блин, нам за один день... Какой сегодня день недели? Среда. То есть четверг, пятница, суббота у нас. Три дня остается. Ну, типа... Бля, еще достаточно много людей. Вот самое сложное здесь, я не знаю, как здесь быть. Но они разбредутся по своим домам, конечно. Может, рыбака убить пока что? Попробовать. Не знаю, получится, конечно, не получится. Блин, тут узко, жесть. Просто жесть, как узко. Может, начать с бензопилы попробовать? Нет, блядь, не уйдешь, не уйдешь. Это место твоей гибели. Блин, Трупецкий застрял. Сука. Бля, я не могу нажать. Он застрял, гайс. Падла.
Ну, может, его шерифу не на... Нет, он обязан его найти, наверное, все же. Мешком, вы думаете, попробовать? Ну, давайте попробуем купить мешок. Снаружи в угол попробовать. Ну, кстати, можно. Хотя нет, так не будет работать. Или будет? Ну-ка, ну-ка. О, найс, скрокритый надмозг настоящий. Так, ну чё, спать? Крикри-маньяк в реальной жизни. Так, сколько у нас патриков? Бля, надо срочно вставать! Срать! Давайте срать в другом доме. Надеюсь, наша жопа выдержит добежать до другого дома. Где мы еще не срали? Блин, блять, ну нахуй. Пойду лучше домой посру. Обосрался по пути. Так, вот тут девочка одинокая, но она продает еду, поэтому... Шериф что-то здесь делает, жесть. Блин, это хорошо, наоборот. Мы же можем, получается, здесь сейчас поистреблять человечков. Да? Блять! Он все равно пришел. Ну, заодно и проверим. Ладно, пойдем, короче, убивать сразу людей каких-нибудь. Погоди, а где на карте младен? Не младен, а этот челик, который... Убить клоуна? Ну, он, типа, сильный очень. Он с двух ударов разъебывает. Плюс непонятно еще, типа, может он реально думает, что плохие поступки это, типа, хорошие? Потому что мы тогда отнесли просто мусор, и он убил меня. Сходи с клоуном к Марго. Давайте проверим. Ожерелье, где ты его взял? Да, это именно оно. Ты что, выкопал его на кладбище? Это ожерелье принадлежало особенной женщине, я подарил его ей. Вот откуда я знаю. Я думаю, что тебе даже стоит носить это ожерелье. Ты был столь же добр ко мне, сколь была она. Она была любовью всей моей жизни, Мэри. Ох, а ведь все ведь могло быть совсем по-другому. Бам-бам, это же ты! Как ты похудел, рад тебя видеть. Ага, все так же немногословен. Дима, это Бам-Бам. Его мать выступала в нашем цирке, поэтому я знал его еще младенцем. Она постоянно говорила, что с ним было что-то не так. Но как же она ошибалась? Видишь ли, никто так не держит удар, как Бам-Бам. На сцене мы выбивали все дерьмо из него, и людям это нравилось. А малыш даже и глазом не моргнет. Его не убить, значит. Потом меня посетила блестящая идея, почему бы не позволить зрителям избивать его за небольшую плату. Избей клоуна, ему все равно, ха-ха, да. Сейчас нам такое сделать не позволили бы. Мы тогда славно подзаработали этим аттракционом, верно, Бам-Бам? Он улыбнулся.
А вот и его фирменная улыбка на миллион, чувствуй себя как дома, бам-бам. Миказа эстуказа. Кстати, между нами, Дима. Мозг у Бамбама уже совсем атрофировался. Но сам он еще сильный, как бык. Неизвестно, как он себя поведет, если увидишь что-нибудь, что ему не понравится. Так что будь умницей, выведи этого сраного придурка из моей палатки. Вот непонятно, что ему нравится, а что ему не нравится. Может быть, ты ночью на чужой территории был, и он считает, что это плохо? Ну, не знаю, давайте, короче, держаться от него подальше. Пойдем запиздошим кого-нибудь. Пока есть шанс. Может быть, тебя запиздошим? Пойдем запиздошим в банке девочку. Пока шериф там шляется где-нибудь. Я надеюсь, может быть, подведи его к тому дереву, которое не для тебя. Ну, можно попробовать потом. Мой дом, ваш дом. Перевод той фразы. Да он типа долго идет за мной. Суть в том, что его нужно просто держать на расстоянии, мне кажется. Блять, они просто отпиздошили меня все вместе. Пиздошит и пиздошит ногами. Охуеть. Это значит, что они приходят на звуки. И как мне их убить тогда всех? По сути, сейчас рабочий день, выходные они по домам сидят. Я не знаю, они вечером вообще идут домой или нет. Просто я не видел, чтобы вот челы, которые здесь работают, куда они идут вообще. Так, а что мы успели за этот день сделать вообще? Ничего еще, по-моему, не успели. Цветочки только полили. Посрать нужно. Да, девка в банке в том доме живет, точно. Так, короче, погнали сюда. А где пацан-то, я не понимаю, почему пацан? Может, он уже там? Я хочу просто попробовать его победить. Я даже не вижу этого пацана на карте. А, вот он, походу, да? Тогда я пойду сейчас вот их убью. Пять патриков. Ой, а где моя бензопила? Я ее выкинул, что ли? А что вы здесь одна? Сидите. Блять, как она прошла? Ой, найс. А что такое? Я ничего не делал. Интересно, если я теперь возьму труп, он согреется на меня? Нет, ему насрать.
Окей. Ну, понятно, что у него мозг атрофирован немножко. Поклон нужна инфа, но не вы начинает атаковать, если не выполнить условия. Нет, чуваки, тут реально в другом дело. Видите, ему насрать на убийство, значит, тут что-то другое. Он просто ёбнутый. А чё он ещё раз говорит? Хорошее дело, типа, клоун бить? Хороший поступок, бам-бам, любить. Плохой поступок, бам-бам, бить. КЗ, если честно, что это означает? Его били всю жизнь и смеялись, и он думает, что это хорошо. То есть тогда он, получается, нам не помешает никак. Так, сейчас мы знаете, кого убьем? Наверное, девочку убьем. Правда, тут опасно тоже достаточно. Ну вот эту девочку на пляже можно убить. Если она побежит, то она побежит в сторону шерифа, да? Значит, мы убиваем ее с этой стороны. Это была прочная женщина. Сильная и независимая. Мне не повезло, что море находится рядом. То есть озеро. Так, давайте, короче, купим дыхание подводное и сплаваем. Пособираем камни, во-первых. Во-вторых, пособираем еще... Ну, посмотрим, что в центре здесь острова. Эй, этот диалог уже был. Дерево, которое не для меня, но сейчас им придется, да? Дерево не для тебя, а для кого? Может, мне реально маска какая-то нужна? Но маска вот эта не подходит. Маска, как у Хэллоуина, как у этого чела. Может, маска медведя того нужна? А, меня убили, да, точно. Какую штуку за 100? Я уже не куплю штуку за 100, я же убил чела. Так, я хочу поплавать. Пошли поплаваем, короче. А, у Марго ты имеешь? Да зачем она нужна? Лучше деньги оставить для хорошего рута. Вот там они реально пригодятся.
Чел вернулся в магаз? Ну-ка, пойдем посмотрим. Да. Q и W, вы говорите, да? Ну, давайте попробуем. Нихуя не понял. Так и чё, это невозможно, все равно его... А, во, видали? Чего, блядь? Бля, почти. А как я нанес урон-то сейчас ему? Какого хрена, чувак? У меня просто рукоятка заела. Да ты по-любому читер. Спасибо, что испортил мне день, говнюк. Отвянь от меня, придурок. Я не буду с тобой играть. Ну понятно, сучка, я тебя замочу нахрен. Лучше бы ты сказал, что я повелитель гейминга. Я бы подумал, как тебя прирезать побыстрее или помедленнее, но теперь, черт побери, ты будешь страдать. Так, пошли поплаваем, короче. Реально. Я не знаю, сдохнет кто-то от голода или нет. Кстати, смотрите, клоун не идет за мной в воду. Тут же еще мракобесы какие-то. Надо быть осторожным. Ёб твою мать. Это что за пиздец? Можно замочить вообще? Они просто прячутся. Куда они просто прячутся? Меня вот что интересует. Камни с прошлого рута сохранились у нас, типа, или нет? Ой, блядь! Нахуя я нажал это? Они застакались в одного гиперкраба. Чё-то вообще ноль камней. Вот один камень. Камень для сауны. Но будем считать, что это три камня у нас уже есть, потому что два я подбирал. В прошлом руте, типа. Опа, это что такое? Так. Ни хрена, тут еще дед какой-то сидит. Кто это? Я помню этот запах. Ты уже разобрался во всем этом? Это невозможно, я столько раз пытался, видит бог, я пытался. Черви пожрали это место, понаделали здесь кучу дыр. Порой мне кажется, что я и сам провалился в одну из этих дыр. Все же я верю, что мы с тобой сделали все правильно.
Это как-то связано с временными этими перемотками. Это, может быть, этот дед, это шериф? И в хорошей концовке он, типа, будет старым таким? Я не знаю. Да, точняк, тут же катана, это реально, походу, шериф. В концовке он говорил, что мечтает о доме на острове и кресле-качалке. Да-да-да. Я беру тогда его саблю. Так. Аптеку тоже заберем. Ну, сори, друг, но мне, походу, тебя придется убить тоже. Для этого рута. Но сперва мы должны еще найти камешки. Опа. Четвертый, допустим, да? Тут подводная карта какая-то супер васянская. Пятый. Шестой. Это что здесь такое? Что это за вывеска или что это? Что написано? Циркус? Циркус Морго. Вот что написано. Опа. Какой-то седьмой уже? Ну это если... О, восьмой. Это если с прошлого рута два камня засчитались. Если нет, то... Еще четыре. Девятый. Бля. Нам пиздец. Сейчас клоун будет бешеный, да? Кто-то писал, что сауна — это добрый рут. Надо посмотреть все равно. Блин, последнего камня нам не хватает. Или может у нас уже все камни, я не знаю. Надо прийти к дереву посмотреть. Я не помню просто, сколько мы находили. Это сауна, она была изобретена в Финляндии 2000 лет назад. Так. 9 из 10. Окей. Блин, поспать, не поспать, я не знаю. Знак вопроса двигается. Да, странно, что вообще такое знаки вопроса? Это типа персонажи, значит? Персонаж здесь, персонаж здесь, персонаж здесь. Наверное, это персонажи какие-то все же, или что это?